Я думаю, это уже третья часть, заключительная будет, про данный музыкальный центр, а именно Sony, бренд Sony. Я обычно называю тетя Sony модель CMT-CP100. Во второй части я показывал штатные возможности. Но у меня диск глючил. Я диск сейчас вот этот вот, ну, относительно хороший. То есть вот, ну, царапанный немножко, конечно, но это получше диск. Просто во второй части, когда я дисковую часть показывал, у меня сбоил. Вот сейчас просто я покажу. То есть не кассетную деку, не радио, а вот именно дисковую часть. Так. Так, и на воспроизведение. Следующий трек. Следующий. Перемотка вперед. Перемотка назад. Предыдущий трек. Предыдущий трек. Пауза. Пауза. Стоп. Ну и выкатываю диск. То есть этот диск получше. Хоть немножко царапанный, но он получше. То есть не сбоит. Не тот, который я показывал во второй части. Так. Ну что же. Включаю опять же китайскую приблуду. Вот таким образом. Так, это я выключил, да? Сейчас включу. Вот я включил. Так, начала работать USB флешка. Ну, надо перевести на MD. А MD здесь, на этом музыкальном центре, как AUX вход. Ночь по улицам пошла. Звездной поступил царица. Так. Раскидала перья птиц, не забудутся никем. Сейчас будет ловкость руки, не рук, а руки.
И никакого мошенничества. Вуаля! Это, как вы уже поняли, ну, из второй части, наверное, не поняли вы, что это бутафория. Если, скажем так, выключить модуль китайский, ну и вынуть USB-флешку, то есть как бы ничего и не выдает того, что что-то заколхожено. Я, конечно, поиздевался, может быть, показав, что вот люди издеваются вообще реально. Могут вот так вот влепить вот эту всю конструкцию, и они счастливы. И люди на их, скажем так, колхозовых творениях ставят лайки. Ужас, ужас. Вот извращенное у них представление о том, что как можно модернизировать музыкальные центры. Ужас просто. Ладно. У кого насколько ума хватило, скажем так, модернизировать. Так, включаю. Как же быть иначе, браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет. И вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Считают арабами. С выхлопом, что называют. Помимо пульта дистанционного управления, так, сейчас на паузу нажму, вот на паузе. Помимо пульта дистанционного управления, я повесил еще на эти же кнопки режимы работы китайской приборы. Так, вот так сделаем. То есть пауза я повесил вот на эту кнопку. Снимаю. Среди тысяч женских лиц. На паузе. Снимаю с паузы. Если громкость нужно уменьшить, нажать и удерживать вот эту кнопку. Если увеличить громкость нужно, нажать и удерживать вот эту кнопку. Так. Сам не знаю, почему. Следующий трек, пожалуйста, кратко нажать. Следующий, легко. Предыдущий. Пауза. Снимай с паузы. Режим работы. Нажал на газ или только собирается сесть за руль, мы рассказываем. Так, Bluetooth. Bluetooth. Так, планшет. Я уже коннектил ранее. Так, и вот сконнекчу сейчас. Так, Bluetooth. Так, и вот смотрим. Так, Sony CMT-CP100.
На подключение. Так, подключено. Так, ну и музычку сейчас какую-нибудь заряжу. Так, ну вот, например. Так. Или лучше вот так сделать, да, сейчас, чтобы удобнее было. Так, и вот смотрим. Не, можно с пульта, конечно, например, громкость. Ой, не громкость, а следующий трек, например, да? Так, вот так вот. Так, вот следующий трек. Следующий трек. Вот это моя самая любимая мелодия из Мэгги Рейли. Так, можно поставить на паузу. Вот, поставил на паузу с пульта. Снимаю. Так, с кнопок. Так, сейчас перепозирую вот сюда вот. Так, играю сейчас вот это. Так, и вот смотрим. Пауза. Снимаю с паузы. Еще раз. Снимаю с паузы. Следующий трек. Следующий. Пожалуйста. Так, хорошо. Сейчас на YouTube канал. Так, ну вот, я ранее уже записывал про этот музыкальный центр. Вторую часть видеоролика. Так. Так, дисковая часть. Так, на паузу, например, могу нажать. Вот, я на паузу нажал. Не на планшете на паузу нажал кнопку, а именно на музыкальном центре. Еще раз. Снимаю с паузы. Так. И на воспроизведение. Так, громкость как можно уменьшить. Пом-пом-пом. Так можно и увеличить. Так, перемотка вперед. Пауза. Снимаю с паузы. Я не знаю, что так. Сказать. Так, соответственно, сделаем сейчас расключение. И вот смотрим.
Так, и вот смотрим. Bluetooth. Так, все, я отключил Bluetooth. Так, и вот смотрите. Я помимо этого встроил еще одну китайскую приблуду. Вот, в первой части, именно в первой части я уже показывал, в первом видеоролике. Здесь помимо левого микропереключателя, который я показывал, есть еще и правый. Вот он. То есть, вот смотрите. Так, сейчас общую картинку возьму. И резкость настрою. Так, и вот смотрим. И здесь я еще встроил еще одну китайскую приблуду. И теперь органы управления уже я повесил вот на эти кнопки. То есть вот смотрим. Так, сейчас сколько у нас? Время. 16:25. Ну, пусть вот так вот я погоняю чуток. 16:25 было. Ну, 27 поставлю. Так. Часы было 16. Поставлю 16. Так. Сегодня число 10. Месяц 6. 2021 год. Калибровка вольтажа. Калибровка температуры. Так, не помню что. Так, 7. Я сделаю периодичность в 4 секунды. Так, и вот смотрим. Регулировка яркости дисплея. Есть 3 позиции. И они все сохраняются. Вот, то есть, если, например, вот так я сделаю. Вот, я сохранил. Так, еще раз. Ах, перебор. Да вот опять перебор. Вот на первую позицию. Вот. То есть вот таким образом я решил сделать модернизацию. Ну как-то так.